Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки молока и молочной продукции из Республики Беларусь. Введение режима усиленного контроля вызвано нарушениями ветеринарно-санитарных стандартов белорусскими предприятиями. Какие продукты попали под временный запрет, мы узнали в управлении Россельхознадзора по Чувашии. Россельхознадзор с 26 февраля 2018 года запрещает поставки в Российскую Федерацию молока и молочной продукции из Беларуси. Это касается так называемой наливной продукции, цельного молока, сливок, сухого молока, сыворотки и молочного белка. Запрет не коснется таких молочных продуктов, как сыры, сметана и молоко в пачке. Основанием для запрета стали продолжающиеся поставки в Россию небезопасной молочной продукции из Республики Беларусь.